Всем привет, уважаемые зрители, и давайте продолжим погружаться в мир D&D. И пускай все поздороваются, а я продолжу потом. Не, надо все-таки, чтобы Женя стартовал. Женя, это у тебя эпичный. Да, а я натренировался уже на группе, но... Ага, давай, братик, колись. Да, всем привет, уважаемые подписчики, зрители наших каналов, любители настольных, виртуальных уже теперь игр, ну и обычных. А, Женя, да. Женя, знаешь как НРИ, а это ВРИ. ВРИ, да. ВРИ. Ну, я предлагаю, я вот еще и в трех старцах об этом говорил, предлагаю вот в общем, название НРИ, а добавлять английскую В маленькую, там, ВНРИ, то есть виртуальная. Там. Ну, не знаю, в общем, просто это новый такой жанр, который отличается вот немножко от настольных ролевых игр классических, да, то есть у нас здесь не настольные, а на дисплейные, не знаю, там. Вот. Действительно, мы продолжаем нашу очередную серию по системе D&D. Вселенную я не знаю, какая тут вселенная, но D&D там какая-то фэнтезийная. Вот. Об этом, может, Денис рассказывал в первых каких-то сериях, и я просто там меня не было. Вот. Мы продолжаем воевать, и мне вот нравится, да, здесь боевка интересная. Денис? Доброе время суток, уважаемые зрители. Да, с вами команда 8bit+. Мы играем, снимаем, учимся быстро это все делать. А то бедный Аканти, у него же голова прям кипит. Бедный, действительно, за всех надо удары у него какие-то прожать, все остальное. Вроде бы мы все прописали. Что из этого получится, мы буквально узнаете через несколько минут. А с вами команда 8bit+. И Артур, который играет своим этим, как его, Биг Багбиром, который нарывается на всех, но нифига попасть не может. Багбир? Почему это нифига попасть не может? А, и почему? Ладно, ребят, всем привет, с вами Горе Инквизиция. Да, здоровайтесь дальше, и сказать больше нечего. Всем привет, ну почему сразу Горе? Все-таки одну мышь-то практически забили, сейчас остальных-то уже не тяжело будет. Ну и просто всем привет. Это буквально в перерыве... Дениска, поздоровался. Это давайте. Буквально в перерыве сидим. Да, ребятки, я в двух словах. Смысл в чем? В прошлой сессии что мы сделали? Поговорили с Великаном. Великан сказал нам идти закупиться с фласками. Мы закупились фласками довольно-таки неплохо. Скосили цену буквально больше, чем 50%. Помимо этого, что мы еще сделали? Пришли сейчас воюем в портале с мышами. И буквально, что я услышал от Дениса, говорит, я не могу понять, а как вы будете убивать героя, у которого 23-я броня? Реально, ну это пипец, ребята, чтобы мне убить не героя... Не 23-я, по-моему. 32-я. Ну, 32-я броня? Да. Я на него не пойду. Это бесполезно, реально. Надо просто криты только выкидывать. Только тогда что-то получится. Ладно, ребята, давайте я буквально в двух словах ввел вас. Короче, мы реально просто... как он говорит, Аканти буквально ждет, когда мы возьмем 4-й левел, для того, чтобы как можно легче нам накидывать монстров. То есть такая ситуация. Ладно, Аканти, братюня, рви. Летай, уничтожай. В прошлой серии летучая мышь атаковала паладина, лучника и же. Да? Да. И Денис говорил, кто на кого первым кидает. В общем, по порядку. Паладин, лучник и Женя. Да. Паладин, лучник и Женя. Так, давай посмотрим. Лучнику повезло. А, не, паладину повезло. Мне повезло. Лучнику. Лучник. Какого у тебя 16-е? У него 16-е, ему влетело. И Жене влетело. 15-е. Жене тоже не влетело. Почему Жене не влетело? У него что у лучника 16-е броня, у Жени 20-е. Как, подожди, как у нас? У меня 17-е броня. Как у клерка 20-е броня? Вот так вот, потому что у тебя... Он же в этих самых шелковых, прозрачных этих ходит, в балахонах. В труселях, но... Он с щитом. Кстати, факт то, что они прозрачные, немного удручают. Слушай, а ты что, с щитом, что ли, клерк?
Да. Я не знаю, с чем я. Он миской с грибами защищает. У него копье, щит и... Сейчас я точно посмотрю. У меня кольчуга какая-то. Он с грибами. У него стальная миска с грибами. Как у него 20-я, не могу понять. Ну, стальная миска с грибами, Денис. Тазиком защищаюсь. Бронированный тазик. Да, чем все. Тогда. О. У него бронец. А, у него ловкость, Денис. А, у него ловкость, ну хорошо, все, не вопрос. Я такой, коп, от мыши так, уклонился. А давай, кто у нас, лучник попал под удар? Или никто не попал у нас под так, удар? Никто не попал, она вообще а, не... То она есть, просто вообще... свой ход потратила, так, и все. И все, пью, пролетело. Так, а мы давай, такие, фу, на нее. Вторая мышь. Вторая мышь кого бьет? А может она испугается, улетит? А у них давай, есть братья. Такое понятие, как типа испуг там? О, она Дениса бьет. У меня есть испуг. Который да. Денис. Так, который Денис. Который Денис. Необычный Денис. Который ага, воевода? Воевода ага. Бьет. Давай, воевода. Воевода готов! Бей меня, дрянная. Дрянная аборигенищина, я не знаю. Ну-ну, 7. Ой, как хорошо она ударила. Пиу! Вот так вот отлетела ее. Отскочила моя. Просто ага. Сама. Отскочила просто когтями по броне. А, вот это мышь. Вы, кстати, следующая. Забыли, что у нас мышка-то бладит? Ну, огненная. Она... Ну, так она ж походила, она сейчас забадить еще должна. А и скоро умрет. Не, бладит она имеется в виду... Какие-то эффекты, которые работают в половине хитов, на нее начинают действовать. Так, я будем... снова тут, что я пропустил. Будем огненную мышку добивать или... Конечно, размазывать в D&D урон ни в коем случае нельзя. Мы всем да, короче, это мышь... Нет. Это мышь сошла с ума и полетела бить паладина. Сошла с ума? Просто как же это знакомо, просто, я не знаю. Почему на меня только странные какие-то нападают? Она видит мороженщика, ну. Ой, и попала прям, и просадила им. И там очень нестыкая, как она мне просадила. А, пипец. Слушай, а вот отхилка у Жени, она идет как его? Ну, все. Она идет за малое радиусе движение? Пяти... Да, за малое, радиусе 5 клеток. Ага, хорошо, давай, бей Паладиныча нам. Паладиныч, получай в башню на. Жбеньк на! Там ну? Просто меня пошатнуло аж. Вот так, получилось? 1d6 плюс 4. Давай, братка. Ой-ой-ой. 10. Сколько у тебя сейчас осталось? Смотри. 34 минус 9 минус 10. То есть у меня сейчас где-то... Ну, где-то 20-25, да. Обалдеть, тут у меня столько что. Что так много? Ой, 15. Что так много? Не 25, 15, 15. А теперь тебе в начале твоего хода будет 10 урона уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это кто-нибудь хильните меня, пожалуйста. И все. Нет. Я тебе подниму. Ходит Женя. Женя, сейчас Женя. Я хиль, хильну, но... Хильни малым, и я малым хильну. Ну малым ты между... Это звучит как угроза. Объясняю, почему малым, потому что ты можешь и хильнуть, и походить. У тебя это невеликое какое-то там исцеление, понял? Малым это же как который этот... У него обыкновенное исцеление, правильно? Не, оно у меня есть, смотри, исцеление священное пламя, да? Ну? Но есть, она там дополнительные хиты дает. Есть исцеляющее слово, а есть исцеляющий удар. Ну удар, наверное, нет, тебе нужно просто... Ты понимаешь, малым это когда ты можешь и похилить, и походить. Вот у меня малое исцеление идет. Походить и побить можешь, вот в чем дело. Денис, Денис, у него точно такая же способность исцеляющая и вдохновление, они равны по всем показателям. А, да кто-то отхиляй Палыча просто. Хиляй просто там. У него плюс 4 еще от мудрости идет. Вот разница при 100 и тебя. А, понятно, давай. То есть мне не нападать ни на кого, да? Не-не-не, ты сейчас сперва хилишь, потом нападаешь. А я могу вот это исцеляющее слово, а потом еще священное пламя? Да. О, круто. Погоди-ка, а священное пламя, оно пятиминутное? Нет. Нет, это... Это постоянно я могу. Свободное действие, безграничное. Бесконечное, каждый раунд мы делать. Ё-моё, погоди, он может каждый раунд хилять? Да.
он каждый раунд дополняет дополнительные хиты. А, так ты и ударяешь его, как бы. То есть да, то есть нужно пробить ему. Пробить. Не паладину пробить, а мышь пробить, и тогда ты его под именно вот эти на хиты поднимешь. Не, я могу вначале исцеляющее слово, чтобы действительно полечить на самом деле. А потом, да. А потом священное пламя. Да, вот на вот эту мышь бей, и оно прилетит ему плюс дополнительные хиты, да и все. Давай, братью. Так. Первый кидаешь на исцеление. Смотри, а исцеляющий удар, Акантыч, это... Я вот тогда и не понял, как бы, чем отличается. А у тебя энкаунтер еще есть исцеляющий. Просто есть у тебя дели, которым ты бьешь, лечишь, а есть способность, которая позволяет просто полечить. А, делик пятиминутный этот? Энкаунтер пятиминутный. Да, ну ты тогда просто полечи, а потом еще деликом полечи, вообще хорошо будет. Я его полечу. А потом мы как раз отдохнем, и все нормально будет. Полечилки ему давай сделаем. А то есть я не могу вот исцеляющее слово, а потом исцеляющий удар, да, Акантыч? Исцеляющее слово, исцеляющий удар. Да. Можешь? Да. Могу? Можешь? Да, бей. Да. Они у меня два, это пятиминутных получается, да? Ну это ничего страшного. А, да, два пятиминутных, все правильно. Просто у тебя два раза, вот, которое исцеляющее слово. Два раза чего? Исцеляешь. Ну, исцеляешь. За один только... бой. Да, один. Жень. За один бой, да? Да. Угу. Нормально. Просто ты не можешь заявить два раза исцеление в один ход своего. Ну это понятно, да. Давай, кидай. Нет, я просто думал, мне после исцеляющего слова исцеляющий удар делать или священное пламя лучше? Да делаю исцеляющий удар, да. Там нормально будет. И продамажишь его, и подхилишь палочек. Нормально. Священное пламя я тоже ведь ударяю. Я почему вот тогда у Дениса спрашивал, что лучше как бы... Да бей, смотри. Нет, мне надо разобраться. У тебя дальняя. Нет, так я спрашивал. Нет, я спрашивал, Денис сказал, что разберемся по сути этого. У тебя, смотри, когда ты атакуешь дальней атакой, эти мыши тебя бьют. То есть тебе надо сначала отшибиться, а потом ударять вот эту мышь речем 2. У тебя специальное копье есть. Вот. И все. Бей уже своим копьем. А вот который энкаунтер, он тебя, вот эти две мыши тебя атакуют. Это потому что дальняя атака. А если отсюда, ты вот этого отсюда ударишь, то все нормально будет. Я не вижу, никто меня не будет бить. Зависло это. Опять. Короче, смотри, какая ситуация. Тут получается, ты сюда шифтишься. Сейчас я это. Вот сюда шифтишься. Хилишь этого типа и ударом от хила бьешь вот эту мышь, и все прекрасно будет. Сейчас правильно я говорю, ребят? Я не видел. Да, все правильно. Так что мы уже тут все отработали, Жень. Давай, братья. Сейчас. Подсказать? Нет, у меня. Я сейчас перегрузился сейчас. Ага. Па-па-па-па-па-па-па. Сейчас, я лишь первый раз так ударяю. Вы это... Нормально, о, нормально. А, где мы это самое? Вот. Портал наш. Сейчас. Нет, я просто, мне хочется более оптимально как бы для... А до кого-то оно и получается. Смотри, ты видишь, нет, карту? Вот сейчас вот вижу, да. Смотри, вот сюда ты шифтишься просто на одну клетку. Mm-hmm. Хиляешь паладина своей хилкой и бьешь вот эту мышь своим посохом вот так вот. И все нормально будет. Копьем, в смысле? Ну да. А, ну все, так я сходил. Да, дальше сходил. Я использую исцеляющее слово. Давай. Кидай кубик. На этом вот. На паладина. На паладина. Так. Паладин, сколько у тебя 1/4? Так, 1/4? От максимального ХП. Я всегда говорил, выписывайте. От 8. Максимального ХП 8. 8, хорошо. Давай. Ну нет, сейчас просто кидает, ну, до 6. Во, как хорошо, ты ему отхилил только что 14 хп тебе подняли. Плюс 4. Почему плюс 4? А, 14 плюс 4? Да, ярко. А, у меня способность тогда... Добавляет модификатор мудрости. Все, я тогда исправлю это, Денис. Так, получается... У меня сейчас 19. Не, подожди, стой, 2 секунды. Тебя сейчас только что отхилили на... сейчас я сказал 14 плюс 4. Короче, на 18 хитов. Угу. Просто вот так вот сразу же вверх.
Так, и теперь копьем. И теперь посохом бей. Да, мышку, вот которая. Да, 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 перед тобой. Да. Давай, бей ее. Бэм! По башке, вот так вот. На. Какую? Вот, вот эту. А лучше вот эту. Ага. Огненную. Да. О, да и лучше бы огненную бил, братья, не все будет нормально. Не, ну давайте огненную. Да, огненную, да, может получится. Да. Давай, да, бей. Да я нажал, у меня она не. У тебя ты 20, ну, плюс 4 вылезла. Вот ты слэш забыл поставить впереди. Да я на кнопки жму. Все раз, молодец. А, стоп, сейчас. Да, ну я тебе и говорю, что как бы. Я жму, жму, говорит, я киваю, киваю. Киваю, киваю, да, ты и забыл эту поставить, как его. Так. Давай, давай, братень, посмотрим, что там у тебя получится. Бью. Во, давай. Пень. 16. Мимо. Бью, копье. Твое копье прошло мимо. Короче, поехали. Я уже хочу драться. Давай, паладин. Так, а так сейчас пал какой-то, а потом бадбир. Тебе 10 урона. Да, у меня сейчас получается 23 жизни. Угу, давай. Это ты на так кидал, ты промахнулся. Теперь 2d20 на стойкость. Да, на стойкость на кидай. Endurance. 2d20 надо? Ну, у него 2 дамага на каждый отдельный кубик. А-а-а, ё-моё, сейчас мы... Плюс 3. Так. Не один, о, один. Подожди, от одну одного. Скинул, одну от скинул. От одного скинул. Давай, Бэкбир. Ну, так, а как мне вот эту вот бить, вот эту вот? Конечно, конечно, вот эту бей. Ты покажи всегда от своей, вот от своей, вот так вот показывай всегда. Короче, но ты когда вот, вот. А стой, подожди, да. Ты когда отсюда пойдешь, она тебя тронет. Может быть, ты будешь с плюс двумя бить сразу же, пробовать эту. Так дрянь. Вот я думаю-то. Да давай, давай бей вот эту, вот бей. Эту, так, вот хочу, эту да. Вот давай, раз, бей. Раз, два, три, жбень. Давай, на. 15 плюс, о, и вообще, а с какой у нее СП? 17. 17-е? 17-е броня, да. Я ее убил. Ты, что, да, кидай дамаг. Раз, два, ну. 18. Ну да, 18 получилось. А, ты, он с одной руки 18 или два раза по 18? Один раз 18. Это не лучник. Так, 38. А, ну, пока она еще не бладит. Так. Еще не бладит? Еще не бладит. Пока еще не бладит. Я же ее в землю впечатал. Просто жбенгна! А подожди, разворачивайся, бум-бум просто своими шарами. Да. Так, давай, теперь я хожу. Не, типа, сейчас лучник, давай, братюнь. Сейчас я загружаюсь, а то у меня ролл 20, что-то вообще шутки шутит. Ну да, она что-то сегодня как-то подвисает. Это, давай, сейчас, Рома, ты проходишь, и мы уже как бы будем этот, как его. А я уже буду со своей стороны ходить. Скажи там, мне бить. Опять тебе бить? Так ты же нытик, да. Ё-моё. Ты же кричишь, что ты только ты побеждаешь, ё-моё. Так этот, ё-моё, это пипец. Так, мне бить-то кого? Ну, смотри, кого? Смотри сам. Я бы два... мышь только что уломали, а то у меня вообще ничего нет. Ай! О! Этот, как его? Мы ломали только что вот эту вот мышь, которая была перед тобой, вот она. Ну видишь, вот это вот практически добитая, вот эта мышь добиток такой. То есть тут у тебя, видишь, две атаки, но если ты туда пойдешь, тебя мышь может тронуть вот это, а у нее... Короче, добивай, наверное, вот эту, ё-моё. Да. Да, добивай лучше ее, то есть стой на месте. Есть слово добивай, это знаешь, может не проканать. Проканает, давай, давай, добивай, братюнь. Ну, господи, как он виснет там, вот гадость. Давай, это давай, братка, жди. Ё, так жбеньгна. Тынна. Так, это одна атака. Так крит. Это крит. Да, крит, я крит добиваю. Сейчас вторая атака. Еще вторая атака. Погодите, стой, пацаны, а почему у меня кубики не вылетают? У меня тоже не вылетают. Мне тоже не вылетели. Потому что 3D он не вставил. А, сделай галочку 3D. Обе атаки сейчас попал. Ты, короче, 2D... Ой, ну, ты свою там 2D6 пока. А это крит, я буду его считывать. Он хоть плачет. Он бладит же. Вот это 2d6, это на вторую атаку, которая была. А? Ага.
Вторая атака всего лишь 12. 12. А первая сейчас... 1d6, скинь еще. А первая максимальная. Там максимальная. Да, там крит вышел. А зачем 1d6 еще? Ну это, ну там так надо. По системе. Окей. 40 дамага! У меня, кстати, только что пролагала Канти, или у всех тоже? 40 дамага. А, сколько ты занес? 40 дамага он его занес? Да, 40 он ее. Он убил ее? Да. Поучите. Просто разорвал там клинки своими. Просто гдрананна! Вот так вот. Все, и ну-ка, убивай ее, Аканди, на нее крест ставь. Короче, теперь моя очередь. Я такой поворачиваюсь. Вау, вот так вот лучник работает на самом деле. Да, я поворачиваюсь к этой мыши, говорю, ну че? Пора помирать, говнёха. И перед этим я кидаю кубик 1d6. А, плюс... Сейчас я скажу. Ты её сам убить решил? Да, я не собираюсь её убивать сейчас. Погоди-ка две секундочки. Так, сейчас смотрим. 1d6 плюс 2. Так, паладин, у тебя плюс 8, да? Угу. 1d6 плюс 10. Плюс 10, у меня модификатор, получается, стоит у Палыча. Этот... А, кого? Чё я какую-то фигню говорю? Подожди. Какое плюс 10, ё-моё? Так, вот это вот раз слово... А, да. 1d6 плюс 8. 1d6 плюс 8, и такой, паладин, живи! Пеньгна! Ой. Короче, на 12 хп я тебя поднял еще. Это раз действие. И второе действие, я со своей стороны просто такой смотрю на эту тему, на эту мышь, говорю, ну чё, долеталась говнёха, получите, распишитесь, и такой, удар кобры, если надвинется, добейте её, жбенькна! Ой, у меня когда-то он вниз улетел, я кубик. 22, я в неё попал. Я что-то кубиков не вижу. Да, они... попал. Попал. Не, белые летают, брат. Ну давай я поменяю. Не-не-не, это... А, вот, все, полетели. Да, они... это лагает, ролл 20. Да, очень долго летят. Да у меня все окей, это у вас там что-то. Ну это ролл 20, он у меня периодически, да, вообще и полезет. Получается, я в нее попал ударом гадюки, короче. И уже со своей стороны я сейчас наношу дамаг. Дамаг получается 1d10 плюс... Сколько у меня получается? Плюс 2. Плюс 2, я такой... Вздохни, тварь! И она умерла. Она... Да, она умерла. Развалилась огненным пеплом. Кого, что ты говоришь? Она огненным пеплом развалилась. Не, я хотел, знаешь, что сделать? Я хотел вот удар гадюки, что самая интересная тема. Я могу кого-нибудь из ребят выбрать, и он как добьют его, когда если он двинется. Вообще классная тема. Бам! У нас осталась одна мышь, и она сейчас действует, получается. Так, да, ты поднял, Палыч, ты подхилился, я тебе сказал. Да, 12. У меня 34 здоровья, все, я полностью. Да, давай, погнали. И она действует. Давай, братюня, действуй! Вот так вот надо разбирать, по идее, вот эти вот все. А то мы, что это, он не попал сюда, не попал. Одни непопадания идут. Оу. Так вот. Так губы сделал. Тандарам. Ух ты. Че? Короче, она. Там с собой что-то, а? А ты сейчас увидишь, что она делает. Она делает, что, финт? Она раз, два, три. Так, три клетка, 4, 5, 6, 7, 8. Вот здесь она заканчивает. А что это? Она облетает, типа, нас. Облетает всех и атакует одновременно всех. Это ее деллик был, да? Нет, это энкаунтер-способность. Ё-моё, да ну нафиг, я с такими мышами биться не хочу. Ну давай, кидай кубик, сколько ты? Кидай, получается сперва первый лучник, потом, нет, паладин лучник. Паладин, да. Лучник, Биг Бен этот, ё-моё, этот и последний я. Какой давай. Биг Бен? Да всё нормально, она, жаба пупырчатая. А чё Биг Бен, чё это такое? Это башня. Это башня. Вон, ну да, я знаю, но я просто имею в виду, что можно на волосатый Биг Бен. Давай, кидай, ходи. Плюс 2. Так. Давай, кидай. Да ты просто 20 давай. Кидай, и мы уже посмотрим. Ну, сколько там? Так весь 4... прикол в том, что она не плюс 8, а плюс 2. Ну, она слабенькая. Ой, а что ты перед этим кинул? Что это? А, ты первый раз просто так кинул. Плюс 2.
Получается, паладин живой, второй короче, живой. Короче, ни в кого не попал. Оно вообще ни в кого не попало. А, так, стойте, а я, получается, тогда я использую сейчас пятиминутку, у меня она работает на промо. Вот. Ага, и чё, давай. Так, это мне сейчас D20 нужно кинуть. Давай. Ну-ка. Ха-ха, нет, не получилось. Плюс 7. А, чёрт. Ты не забывай, у тебя плюс 7 или сколько там? А, не, 7 чёрт, не просто. Или подожди, у тебя какой? Нет, это на способность, это амбасса 20. А, да нет, все равно, там у каждой способности плюс написано. Тогда. Плюс 8, 4, 12. Там правильно же говорю, Денис? Угу. Так, давай. Но я все равно не попадаю, да? Да, не попадаю, да, кого ты не попадал? Ты все, ты свою эту профукал, короче, она улетела, кшшш, и теперь она... Нет, это я начал профукал, у меня там еще есть. Да, давай, теперь у нас ходит наш многоуважаемый джин. Женя. Летучая мышь такая пролетела, посмотрела на вас. А что это такое? А мы все увернулись, ну. А мы все... Вот так вот. Ну, значит, чем мне ее бить? Обычно просто священным пламенем. Лучше, да, потому что у нее меньше защиты на священное пламя. И мне хп подыбишь. Давайте бью священным пламенем просто. Давай. Давай, брат. Пау. Я не очень промазал. Не, почему? Так. Плюс сколько у тебя идет? Плюс 3. 9. Не, не промазал. Промазал. У него 17-я реакция. А, 17-я реакция? Броня 20-я, реакция 17-я. Нет, 17-я броня, 17-я ряд у них. А, вон, а там пофигу получается почему. А, я могу сейчас еще копьем ее шпынькнуть? Нет, все, ты уже ударил. Ты можешь сейчас походить. Я бы на твоем месте, вот так вот бы, вот так вот походил, если честно. Вот так вот, смотри, вот сюда бы, вот так вот. Вот так вот. А, не, да, можешь кого-то полечить. Так, а ты можешь полечить и походить. Да, тут не надо уже, как бы, тут добить осталось. Я бы на твоем месте вот сюда бы встал. Лечить не надо никого? Да. Если же он вот так вот пройдет, она его не заденет же, правильно? Заденет, почему? Заденет. Ему совсем прям много очень. А тогда, наверное, вот так вот, вот сюда подойди. А там не заденет? Угу. Нет, там нет. Денис, у вас у всех 5 хода, кроме лучника. Ага, понятно. То есть, смотри, какая тема. Сейчас вот мы, когда будем бить будут пацаны, то есть они будут вставать вот кто-то сюда. Вылетел вот, у нас. Вот сюда. Кто? Рома? Нет, шутбол. Нет. Низко. Артур. Артур? Из тески выкинул. Ой, его выкинул, по-моему. Ой-ой-ой, так не надо. Ну, Багбиром не надо. Ой, ладно, все, поехали. Следующий кто ходит, получается. Паладин, давай, братка. И вот сюда вот. Долба. А, кстати, у тебя же потеря идет этих, как его, крови, получается, честно, на данный момент. А, паладин один он раз подкинул, это 5 урона его. Да, 5 уродов прилетело. А, просто Денис, вот когда она питает, она не наносит вот этот ongoing повреждение. Зашел? Да, в чердаке. А я перекину сейчас. А, перекинь, пожалуйста. Давай, братень, давай. Так, все, молодцы. Так, что, Артур, куда уходил? Мне интернет вылетел. Давай, заходи, братка, давай шустрее, мы тебя ждем. Так, давай, Палыч, ходи. Угу. Ну? Денис! О! Так, получается... Вы чё спите, не могу понять? Ну-ка, смотри, везде! Воины, ё-моё! Да. В общем, ты можешь дойти как раз для Combat Invitation. Вот сюда вот заходи, ты чё? Да. И атакую, получается, по ней сразу же. Атакуй. Пипец. Вообще, ребята, вы что спите-то, я не могу понять, нам. 15, не, промазал. Не пробил. Промазал, молодец. И стоять. Всё. А, плюс 3 и плюс 2 от Combat Advantage. Получается 18, у него 17-е. Плюс 2. О, плюс 2. Он кинул с плюс 3 уже. А, да, плюс 3 это его особенность. Всё, значит пробил, всё нормально. Наноси урон. Я забыл за эту тему. Забываю все время. Я говорю, путаю с группсой, и надо будет потом поднатаскаться. Урон прошел, восьмерка. А че восьмерка? Вот это твой урон? Ты не то кинул. Денис, это твой урон? У меня. Вот так нахлестай себе по щекам, ё-моё, чтобы вот так, чтобы проснуться прям, ё-моё. А то в натуре спят, как эти, ё-моё. Перекиньте опять шутбол, а то он опять вылетел, сейчас в чердаке сидит.
Ну, совсем урон это D10, получается, кидает. Артуха, ты че убегаешь? Да у меня интернет вылетает. А, понятно, 8. Че 8? Вот что ты опять кинул? Что? 8 плюс сколько? 8 плюс... Да ты заранее делай плюс там. В этом, 8 в плюс 4, 14. В макросе ты напиши плюс 4. Ну, ты как это, как будто как первый раз. Сколько сессий уже играешь? 14 урона. Чтоб Денису не считать, у него же башка взрывается. Конечно, ты че, братка? У меня, я так, как бы, у Женя на макросах, я так, как бы, кидаю, как бы, для меня это. Так, ты внес туда, братюнь? Внес туда? Куда? Ну, то есть он продамажил ее. И что он сделал, Денис? 86. Пока ничего. Тихо-тихо-тихо, что он сделал? Тихо, подожди, Дениска. 86-й Денис, что он сделал, паладин? Ну, получается, я ему дамаг нанес и... И чё? И чё ещё? Думай. Думай. Открывай свою книжку, которую мы вчера записывали. Ну, что он сделал? Ну? Что мы вчера записали? Денис, скажи ему уже. Где твой листок? Вот он передо мной. Что мы вчера записали? Плюс... Читай! Я выучусь. Ну? Денис, не издевайся, ты скажи. Ты что сделал после удара? Что ты делаешь? Автомат автоматом. Дай, мы писали. Ай, господи. Ты метку на него ставишь. Если он бьет не тебя, он бьет с минусами, минус 2, правильно? Да, если он бьет минус 2, если ты его помечаешь, он получает минус 2 к следующей атаке, до конца твоего следующего хода. Если он закончил. Да. Потом, если не пало бьет, да? Да, получается? Если он бьет не всех, он получает минус 4. Если бьет он пало, минус 2. А, то есть если остальные бьют, то минус 4? Да, это способность вот этого, когда он атаки бьет. Я понял. Запиши себе, прям нацарапай вот тут, вот так. Минус 2 для меня и минус 4 к остальным. Да, если он атакует не его, он дамажится на 6. Еще и отдамажится на 6? Да, от его мудрости, модификатора. Да, все, погнали. Все, давай, Биг Бен, ходи. Ну пипец, вот как эти, давай, иду Артур. Иду сюда. Так. И раз, два, три. На! Ну. Давай, давай, давай. О, наконец-то, ё-моё. О, дамаг теперь кидай, братюня. Сейчас, погоди. И... На. А ну. Наконец-то хоть что-то нормальное выкинул, ё-моё. 27. Разорвал её просто. И у тебя что получилось, Артур? Чего? Убил её? Не, после того, как ты минус ударил. Минус 2 что... хп. Молодец, хорошо. Так, и теперь у меня... Ребята, все равно вы либо выучитесь, либо мы наберем новый состав, который будет это уметь делать. А теперь мы... Выходим. Отдыхаем 5 минут. Кидаем 5 минут, и каждые 5 минут кидает у нас паладин, дамаг. Подожди, так а мы его вылечить хочем? Ну да. Так вы лечите, он каждый... Так не кидать? Каждые 2 секунды дамажится на... Не каждые 2 секунды, 1, 2, 3, 4, 5, ваш 5... Так погоди, стой, подожди. Ну, говори, Денис. Ongoing дамаг идет каждые 10 секунд у него. Подожди, кровь подожди. Идет. Я понял, так а мы как-то можем его вылечить? Да, вы можете его лечить. Не, ты не понял, как чтобы его... Чтобы это перестало. А, чтобы... он лечит, а он тратит хилинг сюржи свои. У него и всего 11. А если он до нуля дойдет, она спадет? Он умрет. Как умрет? Он упадет, будет без сознания. Он кубик? Хорошо, давайте тогда... Нет, а я же могу его давайте лечить. Нет, подожди, дело в другом. Вы можете ему помочь кинуть кубик. Каждый из вас, он берет десятку, вы вчетвером даете ему каждый по плюс 2. Получается 14, а надо 15. О, не, погоди, стой. Погоди. Смотри, мы сейчас доведем его до смерти. Он падает,
Давайте я его добью, пусть не мучается. Да, я согласен с тобой. А урон все равно идет. Кого? Мертвому урон идет? Ангоинг урон. Да, вы можете, если на вас висит ангоинг 30 урона, вы в каждый там свой ход дамажитесь на цик. Даже если вы умираете. В общем, ему сейчас выше 15 надо прокинуть, чтобы скинуть вот этот ангоинг дамаг. Нет, давайте я его добью. Так подожди, он может прокидывать каждые 10 секунд, а мы каждый этот будем его подхиливать, да, и все. Ну все, просто давай. То есть, он хил, он свой хил тратит. Давай, тебе надо 15 и выше прокинуть. У него какие плюсы идут? Плюс 4. Там плюс 4 же, да? Ой, плюс 4. Не плюс 4, от каждого из вас плюс 2. Вы его помогаете, подбадриваете так. Давай. Давай. Вот, ты должен кинуть... Есть 18, все нормально. 18, у тебя надо, да, короче, кинуть D20 плюс 8, вот так вот. Да, все. Вы ему помогли даже и так. Ой-ой. У вас просто четверо. Даже кидать не надо. Почему? Нормально. Потому что он может выбрать 10 на броске кубика, а вы каждый ему даете плюс 2. 4 умножить на 2, 8, 18. Дай, пускай. Да нет, это по математике уже бесполезно. Все понятно, хорошо. Ну все, все вылечили. Ой, пипец, ё-моё. Ребята, надо учить. Чё, раз, шустрее, быстрее, это все бой, потому что... Половина ничего не знаем, половина не умеем. Ну что, 5 минут ждем, и получается 10 минут боя у нас прошло, правильно? Угу. Итого 45. Нам осталось 40 зелий. 40 минут зелий. Почему 40? 45? Мы 5 минут подождали и 10 минут боя, если. Не, подожди, так мы уже сразу выходите? Зашли. Подожди, 5 подожди. Минут боя было. 5 минут боя, 5 минут подождали, получается 50 минут. 50 вообще. Да, 50, все, хорошо, я себе записываю 50. Все, мы выходим, отдохнули такие, взбодрились. Выходим сразу же в боевом порядке, насколько я понимаю. Ребят. И потихонечку дамажитесь там огнем. Плавится дамажит. Там у вас что-нибудь. Но за счет зелья вам не наносится урон. Да, вот сюда вот мы смотрим. Багбир. А, че? Не спать, вот сюда мы смотрим. У нас его подожди, у меня все лагает. Ага. Шел лучник. Немножко назад. Я знаю. Корол 20 не хочет меня двигать. Что-то тут вообще сегодня какая-то тема нехорошая, ребят. Подлагивать не страшно. Подлагивает вообще по жести. Все, я вернулся. Давай, молодец. Ну и вы видите перед собой, но пока не видите. Зелье менталь, кого бить? Кого бить, кого подыхать, ну там, давай. Ну, так, здесь элементарь. Мелкий. Я его пытаюсь прозвонить. А, ё-моё, кидаю. А, нет, часто не прошел, все, я его прозвонить там не смогу. Два элементаря. По элементально, ну все хорошо. Я подхожу и начинаю фигачить. А во, у них инициативу еще никто не кинул. Артур всех хочет убивать. До 30 уровня. Я, короче, инициатива у меня будет самая маленькая. Я самый последний всегда буду ходить. Для меня как бы смысла нету кидать инициативу. Давайте, ребятки, кидайте. Вообще, по идее, если честно, вот мое личное мнение по этому поводу. Можно... Ой, один... 14. Класс. Понял, а что такое лучник 14? 14? А кто у нас единичку? Багбир кинул? Это, нет, тут не единичка, тут это... Кого? Тройка. Тройка? Двойка? Да, тройка, ты, тройка, ты. Тройка. Я предлагаю, короче, пускай первый элементарий ходит, и мы по очереди, чтобы суеты не было. Погнали! Давай. Никто не против, ребятки? Нет. Пацаны, Жень, хорошо, ты... нормально. Ну, чтобы быстрее действительно было, а то сейчас пока кинем, пока распределим, пока то, пока другое, пока третье. Погнали! Он подходит к Багбиру. Да. Его сюда начинает разговаривать. Да, да, и начинает его сжечь ему задницу. А может, чтобы нам инициативу не кидать, мы просто будем выбирать, кто ходит. Ну, потом давай. Обсудим. Да, пускай первые бои вот эти ходят, как его, твари, да, и все равно по кругу. Все, погнали! Бейсона. Так, он бьет. Ой-ой. На попадание. Давай, братья, вали Багбира, нефиг в самым первым стоять ему. Он подходит. Я тебе когда-нибудь такого леща пришел в этой игре.
И вот сюда. Короче, бейте ему атаку, Багбир и... Как тебя зовут-то там? Лучник. А почему лучник? Воин же стоит тут. Воевода. Где? О, тут воевода же стоит. Он мимо воеводы, мимо Багбира. Да, получается, давай, Артур, ну-ка покажи свою удаль. А, чего? Давай, бить? Промажь, как обычно, но. Бью! Жопой бей его, но. Ну, не промазал. Да еще плюс 6, 25-ка. Жбенгна! Вот так вот. Попал? Урон кидать. Кидай урон, конечно. Попал он, нет, Денис? 4-4, 20. Вообще хорошо. Дениска, попал он? Он убил его? Нет. Он плачет. Не, подожди, сейчас. Нет. Он смеется. Он не плачет, он смеется. Он бладит, нет? Нет. Нет, не бладит, но я хорошо, я тогда со своей стороны говорю. Ах ты, козюля, ё-моё, ты думаешь, что ты великий бойчина, и такой ему кидаю, короче. Вызов. Это сейчас мне? Да ты-то, что ты, я еще тогда сказал, что ты жаба, ё-моё. Нифига у меня не получилось, я пиу, отлетело у меня, ничего не получилось. И он вас всех троих атакует. Атакует огнем, сплошняком, да? Угу, он бьет против реакции. А у меня, что ли? Ух ты! Это... Да сдохнем мы сейчас. Да. Ну-ка давай смотрим. Все. Ой-ой-ой-ой-ой, он по всем попал. Не, он у нас же это, против огня, это самое. Да, подожди. Так, урон огнем. Пускай бьет, как нечестно. Да-да-да. Он не знал, что у нас бутылек. Он же не знает, да. Да. Ага. Не знаю. 2D6, 5. Все нормально, Денис, так оно и должно быть. Правильно, Денис? Да. Денис, но... Но он не знал, что у нас бутылек, согласись. Он после первой атаки может понять, что ну, мы как-то не горим там и так далее. Короче, я еще кидаю на всех одновременно кубик урона. А какой кубик? Ну ты же кинул только что. Ну а урон? Так а у нас же это защита от огня. У нас же защита от огня. Да, так этот. Он кидает 2D6. Ём. Чё? 11. Так что ты хочешь делать, не могу понять. Мы пытаемся Дениса уверить в том, что он нифига не... 6 дамага вам каждому. Чем? Огнем. Так у нас защита. Так у нас же защита. Так защита 5 у вас. Все, понял. Я теперь понял, почему 6, да, действительно, у нас защита 5. 6? Да, 6 каждому прошло. Так, у меня хп 27. Так, 27 минус 6. Ну все нормально, нам. Я говорю, ах ты говнёшка, ему. Так, давай Багбир, потом Паладин, потом Лучник, потом я предлагаю хил всё-таки, чтобы потом я договорюсь. Второй ходит, и он толкает второй, ну. Цели на одну катку. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне только 17 это... хп осталось. А вот... Багбира в лаву, там... Подожди, ты разве не подхилился, что ли? Так вы мне хильте, наверное. Я ж бью, у меня же не самый... Ага, Багбира в лаву. Вот паладина вот сюда, и тебя, Денис, к порталу. Давай. О, вот как хорошо. Ничего, он всех ошуривает. А он реально, есть такая тема. А знаете, что самое интересное? Я так и не понял. Вот смотрите, какая ситуация. Ладно, вот многоуважаемый Багбир и все остальные, вы знали, что вы идете не с полным количеством никто хп. Никто не населил? Бой? Не подлечился, что ли? Понимаешь? Идете не с полным количеством хп в бой, ну зато ворвались, а! Мало... И этот глупый Багбир говорит, я тебе отвешаю леща. Да! Да ты сейчас сгоришь. Ты забудешь про леща, по-любому. Ты понимаешь, ты вот... Жень, ты видел, какая тема? Да, да. Вообще, так, вот гонору дофига. 1, 2, 3, 4. Он вот так вот подходит, паладин бей по нему. Да, давай, и ты, Палыч. Денис, тоже бей. А я почему? Я же далеко. Ну, он из вот Спасибо. Этой клетки, вот в эту клетку перешел. Подожди, покажи еще раз, я не вот видел. Вот из этой клетки, вот сюда перешел. А, то это автоматом ты наносишь урон. А, это еще до этого, когда я стоял, да, получается? Да. Правильно? Угу. Хорошо, не вопрос, давай, паладин, мы сейчас его... Паладин, и он бьет. Поломаем, бэмна!
Я его бью, короче. Ой. Я его ударом гадюки. Ну, я всегда по умолчанию удар гадюки у меня идет. Вытаскивайте меня из лавы. Иди в задницу. Я извиняюсь, Артур просто где этот, просто гори. Этот, как его? Он, какой у него СП? Сейчас смотрим. Давай посмотрим, как бы. Ой, этого... мама, сколько их тут? Защита-то. А, у него защита какая? Ты против брони, да? Конечно, я против брони его бил. Какой у него брони? У меня другого удара нету. Я про 23. Задницу извиняюсь, я так чисто. У него 23-я? Угу. Не пробил. И ты хочешь, чтобы я кидал на 19 и на 20, чтобы убить его? Надо Багбира вытаскивать срочно! Багбир! Так вот, значит, как! Мы передумали. Да, Багбир добрый, Багбир хороший. Давай. Паладин. Паладин, Палыч бей. Ну, Палыч бьет против реакции, получается. Давай. Нет. Так. А, нет еще ПК. Нет, пока еще. Вытаскивайте меня! Делает. У нас тут убивают, ё-моё. Пец. Что потом, Денис? А где Денис-то? Паладин. А я тут, а? Вот он, я стою. Да кидай... Так, ты бей, тебе же говорят, Палыч, бей. Ну, так, сначала... Мимо тебя прошли. Да нет. Мимо тебя прошли, внимательней будь, не спать, не спать, не спать. 12, промазал. Молодец. Теперь он снова атакует 1, 2, 3. Витальский Багбира. Он атакует Дениса, кого еще? Вот этот кто? Ю. А ты стрелочкой показывай. А меня-то как он атакует? У него дальность 2. А, ну, опять... Он против реакции бьет. Это ослабленный элементали. Ослабленный элементали? Ага. Понял. Не, ну нормально. Че не видишь, что ли, это ослабленный, ну? Да, нормально. Ну, с половиной хп в бой идти, лол. Ну. Ладно, давай. Мы, кстати, нам надо было, кстати, фласки взять от этой. Так, смотрим. И он не Он против чего бьет, получается, против реакции? Против реакции. Смотрите. Слушай, братка, подскажи, какая у меня реакция? Я как бы не в курсе. Вот серьезно, сейчас. Единственное, что я не выписал. Я выписал себе СП. Так, СП у меня. Денис, это же все есть в этом самом. Рефлекс 14 у тебя, Денис. У меня 14-е? Спасибо. Денис, это же все в том листе есть. Артур, ты сейчас сгоришь. А, я Женя, знаю. 14-е. Ага. Она а кто еще, быть... лучник? Давай. У меня 15. Лучник у нас 15. Да. Так, 14. Получается. А у нас... Ну, говори. 15. 14-14. Вровень. Да, он попал. Кроме по лучника, по всем. Он не попал. А, под... не, под... Нет, подожди. Подожди, сейчас... он. У меня же 14, и он ки. Да. И он на меня 9 плюс 5, 14. 9 плюс 5, 14. Ну, значит, попал. Угу. А по лучнику нет, потому что у него 16, да? А у тебя, у Жени какая? Жень. 14. Жень, запиши себе, что у тебя реакция 14. Попали по мне и по этому. А, не, попал. 15 рефлекс у него. 15 у меня, да. А, 15. По всем попал. А в каком порядке вообще атакует-то хоть? Ну, получается, он первый всех, Женя, потом ближ... ты, потом... Короче, так нет, он меня не атакует, наоборот. Он нам всех в радиусе атакует. Двух клеток атакует. Так вот. Так не, подождите, если по мне идет вторая атака, то он же убивает 14, у меня 15, я увернулся. Это не вторая атака. Он и атакует как? Сразу одновременно. Первого тебя, вторым Дениса, третьего Женя. А может наоборот, сперва Женя, потом лучник, а потом ну, я. Ну давайте Женя, так, да. Пускай Женя, лучник, я, да. Там он, получается, попал. Тогда не попал. Хоть в двоих. И то ладно ему. Так, ребята, уберите лишние, пожалуйста, эти стрелки. Так, получается, все, ну давай дамаж, чё? Давай, огненный ты наш. Давай, джбенькна! Так, он еще перезаряжает ее потом. Способность? Угу. Понятно. Ну чё, давай, братюнь. Сколько у тебя книг, интересно, открыто мне? Ой-ой-ой. Он по нам попал всего лишь 2. 12 минус... 5. 12 минус 5. Он попал 7 урона. 7 урона. 7 урона. Угу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Минус 7. 27 минус 7. 24 у меня осталось. Ань, кого? Мне 14 осталось.
Да! Ну пипец на! Так я понимаю, сейчас я хилку буду включать. Сейчас мы все хилки будем включать. А мы еще, я не могу понять, что мы поползли. Ну, по крайней мере, я-то был отхилен полностью. Так, получается, теперь мы ходим. Начинает первый Багбир, потом Паладин. Предлагаю, потом Лучик, потом... Да ты сам вылезти можешь. А, ну окей. Ну, ты можешь... оттуда. А, да. Так тебе, как там тебе? Артур 10, минус 5 дисплона. И минус 5. Он... Да, и он этих отодвигает. Кого? А, ну да. Опять Денис вот сюда. Ага, вот меня мега колбасит просто. А, подожди. У тебя Денис сюда, а Женя вот сюда. Все правильно. Да. Взяли себя, окружили. Ну, бывает. Их задача скидывать в лаву. А, я понял. Багбир, вылезай и бей, короче. Тебе 5 урона. Гад, от лавы. Я знаю его мне. У меня уже 12 хп. Раз, два, бей! Ну! Давай. Не пробей. Против 23-го этой темы вообще, ребята, это прям неправильно как-то. Я трачу экшн поинт. Я говорил, нам надо срочно в деревню. Да. Я сейчас убежим. Экшн поинт, давай трать. Да, и сейчас. Сейчас я, наверное, делик использую. Ну давай. Сейчас я его найду только у себя. Ну давай. Ну, лагает доска. Ну ты говори, что ты делаешь. Тесто не лагает. Я бью... Так, удар стальной змеи, во. О, ну-ка давай покажу, давай бей. Как он сейчас себя задамажит? Давай. Подожди, ща. На. Чё я там опрокинул, мне всё зависло. 13, 18, ну ты не попал. Не попал, потратил дырки. Да, я поздравляю тебя. Не, ну ты мужик, конечно, Артуха, то есть ты попытался что-то сделать. Давай, паладин следующий. Так, мне надо хилять кого-нибудь. Ну смотри. На Багбира можно не хилять. Он сейчас помрёт. Не, ну Багбира лучше всего, потому что он... Тебе подойти надо. Тебе прикосновение. Ты можешь, знаешь, вот так вот сделать? Вот так вот пройти вот так вот к нему. Так вот раз, как раз. Раз, два, три, четыре, пять. И давай исцеляй его. И ударить не сможешь. Да, ударить я уже не смогу. Слить. Не, подожди. А ты можешь и пройти, смотри. Раз, два, три, четыре и пять сюда. И он тебя не ударит. Правильно? Не, а... А теперь вспоминаем, паладин, сколько лечилок тратил. До этого он тратил две. И у него две осталось. Вот. Две осталось, угу. То есть я сейчас прикосновением восстанавливаю ему. Ну ты кидай кубик. Сейчас так катаю. Он не кидает. А, не кидает? А, да. Я же по автомату. А, и сколько ты восстановил? Плюс сколько-то там. Багбир, у тебя сколько 1/4? Че? 1/4 твоего здоровья, это сколько? 1/4 12. Так, если я правильно посчитал. 12 плюс сколько, Денис? 9. А, 9 у тебя. 12 это лечилок. Да, 9. 9 плюс сколько? 9 плюс... А сколько же я могу хилять? А что это такое? А что это за паладин такой кривопопый у нас достался? Короче, это будет 9 плюс талант лечащих рук равняется модификатору харизмы плюс... Смотрим твою харизму, плюс 4. 4 плюс 9. 11. 13 ты выхиливаешь. Пиши себе, отхиливаю рукой 4 плюс 1/4. Здоровье. Так, подождите, у меня было сколько? У меня было 10 хп. Но... Плюс 13. Ну. Все, спасибо, у меня 23 хп. И я еще. Это битва бронированных. У этих защита огня, у этих броня. Ну давай, бей, попробуй ударить его. Ой, ну-ка. Ой, как хорошо его ухаживать, не антикрит ему. Ну, а то бы так в лаву упал бы и покатился бы просто. Так просто поднял и упал молоточек. Давай, Ром, теперь ты дамажишь.
Так, во-первых, я хочу, собственно, сделать цель. У меня есть такая штука, что если я выбираю кого-то своей целью, то я к своему урону еще 1d8 прибавляю. Угу, давай. Я подхожу вот сюда, делаю атаку. А смотри, вот так вот. А, ну нет, да. Промазал. У них 23-я броня. Вторую атаку. Вторую. Так, и вторая. Давай, братка, давай. Не, не попал. Жесть. Жесть, просто теперь... ну. Один Женя только им будет урон наносить. Жень, наверное, сейчас давай отхил и бей так, чтобы удар, чтобы он, ну как, на повышение хп. Отхил Багбира нашего. Нормально, нормально, у нас еще есть, я смотрю, минут 15. Давай, Жень. Так. Хил меня. Хил ми, приз. Да, да. У нас Багбир на всех нарывается, ему. Я всех убью, а в итоге, получается, ползает у нас в ногах и кричит: «Похильте меня, пожалуйста! Я большая волосатая черепаха!» Типа такого. А Кантыч, скажи, вот исцеляющий удар сейчас лучше или священное пламя? Священное пламя бьет против елки-палки. Я все забыл. Не, подожди, я тебе скажу. Священное пламя... Это 20 плюс 3, чтобы попасть. И... Не, против чего ты бьешь? Священное пламя бьет у тебя против реакции. Реакция у него... Так, реакция. Ну да. У него реакция 16. Вот. Артур, а сколько у тебя сейчас вообще? Вообще, то есть? Ну, хило. Чего? Просто ты попадешь по нему, больше шанс против реакции. Да, у меня сейчас 23 хп. А исцеляющий удар не против реакции, да? Да, это против брони. У меня из 37 сейчас 23 единиц. Броня. А это реакция. Лучше против реакции бить. Реакция у них какая? Ну, 16. 16. Да, лучше после против реакции, я тебе говорю сразу. Хорошо, тогда священное пламя. И отхил ему нужен, и священное пламя. После священного пламени тоже отхил идет вам, получается. Не, ну сперва хильни Биг Бена нашего. Багбир. А, волосатая дрянная. А я уже могу исцеляющее слово использовать, да? Я его использовал уже. А, энкаунтер у вас восстановил. Погоди, Артур. Я, короче, это сам... Артур, ты привыкай, я дотошный, как бы, это самое. Я потом разберется, я нормально все будет работать. Да, ты если меня будешь тормозить, я еще больше буду тормозиться. Ты лучше вот. Дениску подпидывай, который 86, который не знает, на что бить. Да, ты лучше меня подпидывай. Да, да, да. Давай, поехали. Нет, я не подпидываю. А, ну да. Вот, хорошо, я исцеляющее слово на вот этого, на Артура, да, Багбир. Так, исцеляющее слово. Шермяк. Ой, ну-ка давай, братюня, 4 плюс. Сколько модификатор, Артур? 4. А, ну ладно. Артур, сколько плюс модификатор? 4. То есть модификатор. На сколько тебя выхилили? 1/4. 9. Правильно, 4 плюс 9, 12. Все. 13. Я 8 кинул. У меня 8. Ну, в смысле, 4. А, 8. 4, 8. Да. Значит, да, 12, все нормально, все хорошо. Плюсуй себе. А 8 плюс 9 равняется 17. Да. Ой, ё-моё, пипец, это я увидел, что 4. Это я увидел, что 4. Всего 40 хп, у меня даже больше, чем должно быть. А? Ну, нельзя залечить нельзя больше значения. Да, да. Я тебя залечил полностью. Да, и теперь ну, бей. 37. И священное 37. Пламя. И так, а подожди, а по какому бить? Да, по-любому. Они никто не раненый. Им пофигу. Ну, короче, по-любому какому-то. А, подожди, один кто-то урон-то нанес 24. Я вот этому вот нанес урон. Или кто? Вот этому ранен. Да. Они одинаковые. Ну, ладно, в которой поранено немножко, наверное, тогда. Да, конечно, раненого. Дамаг не надо размазывать. Священное пламя. Жмякс. И не пролетел. Молодец. Пеньку шло. Угу. Хоть полечил кого-то, но. Так, я со своей стороны разворачиваюсь так эпично, такой. Бей. И такой смотрю на эту всю тему, что это полный вообще, полный бред. И бог опять. Да ну ё-моё. Кстати, шансов попасть у лучника больше, чем у Багбира. Я знаю, я уже все уже просчитал, что Багбир нам не нужен теперь. И зря мы его лечили. А 1d6, у меня получается модификатор 6. Я такой себя, такой сам себя. Лечись, воевода!
И у меня получается на 11 я себе поднимаю. Так, у меня было 14 плюс 11. Так, подожди, а я потом посчитаю. Плюс 11, короче, поднялся. И тут же говорю: лучник, я не доверяю больше большой волосатой чебурахе. Бей, братка. И, короче, отдаю ему свой удар. При этом сам вот сюда перемещаюсь. Так, это мне сейчас получается нужно на попадание сначала поки? Да, попадание два раза. 11. Ой, как один не попал. Давай дальше. Ага, чуть-чуть. И 8. Ха-ха, вообще прискорно все. Жбень, жбеньку летело, короче. Наконец-то, сейчас я буду бить. Ага, сейчас они будут бить. А, подожди. Да. Угу. Да, давай. А это вы, получается, вот там и встали паладин и багбир, да? Клавиш, чтобы вас кидали. Да, 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 как раз, давайте. Хорошо. Давай, сейчас посмотрите, как... Он шутится сюда, ага. Восстанавливает, пытается свою способность. Не надо способность восстанавливать, не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас, ребята, такой удар будет хороший. Я специально туда отошел, кстати. И вот этих всех троих. Троих. Троих? Ну да, троих. А, ну да, его с нами. Он уже восстановил. Не-не-не-не, я отошел! Что я здесь делаю? Сейчас просто жбеньк на юбо в лаву улетели. Нормально, ну-ка. Ой. Стоять. Попал всего в одного. Это паладина. Паладина. Он по порядку, сперва багбир. Нет, сперва багбир идет. Да ёб. По часовой же клетке, стрелке или как? Да, да. Вот сюда. Он опять в лаву. Он опять в лаву. Он только вышел опять. Только в этот раз уже 15 будет наноситься. Сколько, 15? То есть, чем дальше, да, чем дальше, тем больше. Я не знаю, зачем он туда встал. То есть он остался там на один удар? Ребята. На один клетку. Зачем я его хилил? Так подожди, 2 секунды. Получается, 2 секунды. Денис, получается здесь... Ой, стой, подожди. Получается, здесь наносится лавой. И здесь тоже наносится урон лавой, да, получается? Да, и чем дальше, тем больше урон. То есть здесь это 5, вот, здесь 15, да? Mm-hmm. Вот туда пошел. Здесь вообще 50. Здесь получается... О, не, ну здесь тоже 15, потому что от берега. А вот здесь уже будет 20, да? То есть такая тема. Да. Ой-ой-ой. Интересно, что будет, если сюда уйти? Да, вы вскоре что. И урон по Артуру. Давай, Артуха, лови! А, плеуху, ё-моё, на. Чего делать? 5. Один дышишь, с 5. Чё? Сколько чего? Ну? Ой. 11 минус 5, получается 6. 6. 6 урона в тебя влетело. 6? Да. Да. Бам! Отнимай. Сейчас. И второй... Пиши, что у тебя еще минус 15. 31 минус 15. Минус 15 в следующем ходу у него. Ну, что? Перед началом удара. А, да. А сколько у меня Денис осталось? Ой-ой-ой, надо заканчивать. Ну, да... уже, да. А, давайте чуть-чуть еще, ребятки. Я хочу посмотреть, как Багбир умрет. Он обязан... Так, 10. А? Нифига себе у них. 8 клеток летания. Короче, вот этот элементаль, ему надоело все это. И он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... А, подождите. Все, 8. И вам всем 5 урона просто проходит. Он же подошел, мы же его продамажить должны, мимо он пролетел. Он летит. А, нам сколько он проходит? Он становится невидимым, ну, непрозрачным. Так, а мы поглощаем 5 урон. 5 урона не проходит. 10 дамага наносится, минус, я уже все посчитал. А, по 5 урона, все хорошо, не вопрос. Я снова 20-очка. И он получает стак. Пытается восстановить способность. Не надо! Не надо, выпади двойка-однёрка. Кол! Да! Ха-ха-ха! Он не восстановил. Повезло. Нам повезло, реально. Всё, вроде как бы. Так, все нормально. Я хожу. Давай, Багбир, ходи. Отнимай себе минус 10. 10. 10 отнимай. 15 ведь. Почему? Не, там минус 10. Вот смотри, получается, вот смотри. Вот всё, если бы ты здесь был, минус 5. Здесь минус этот, как его, 10. Всё, а, понял, кого? Значит... Здесь тоже минус 5, Денис, ты чё?
Здесь тоже минус 5, если... А, нет, стоит, здесь минус 10. Нет, минус 10. Задевает, да. Минус 10. Да, минус 10, там уже реально открытая лава. Короче, у меня 21 хп осталось. Я, значит, делаю героический прыжок сюда. Хотя не сюда. Не сюда, а сюда. И он тебя ударит. И он тебя убивает, все. И он тебя убьет. Вот сюда героический прыжок. Так. Вот сюда героический прыжок и... На-на-на-на-на, ну, за ну, давай! Ничто! Вообще просто... И потом опять в лаву. Я волосатый бомбир! Я умею убить! Уже не волосатый, у него шерсть обгорела. А, ну да, ну его жопа, там пестропопая такая, знаете, что, попал еще, работай. На, как... Я не буду хилить бомбира, я вам серьезно говорю. Не, я сейчас просто не понимаю, если я вот хилю, его опять в лаву выкинут. Ну и не хил ты его. Я тогда просто нанесу. Павыч, ты бы на самом деле бы отошел бы, а то ну да. Второй волной тебя сметет тоже. Вот сюда вот куда-нибудь уйду. Уйду, и чё? А чё дальше? И чё ты будешь делать? Но. Ну, тогда сначала его ударю, а потом туда отскочу. Ну да, конечно, сперва бей, а потом уже отскакивай. Кубики. Давай, ну. О, вот это я понимаю, только не попал. Только не попал, да. Да, жесть. Теперь, давай. Теперь отходи от него, да, нормально. Убежал ему. Давай, теперь получается лучник. Так. Сейчас еще бомбир пострадает. Давай, братюнь. Давай, ты в рукопах... Стой, подожди, ты в рукопаху будешь жебить? Ты плюс да. 2. Отшифтивайся. Я... А, вот да, сюда отшифтивайся. Да, шифтянись вот сюда. Или вот сюда можешь. Ну, лучше сюда, конечно, подальше от лавы. И бей, короче, двойными атаками, короче, его. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Первая атака. Давай вторую. Сейчас оно у меня погружается очень медленно. Да ё-моё, ты чё прикалываешься-то, а? Давай. Я беру экшн поинт. Нет, я беру экшн поинт. Денис Акандыч, я же могу его потратить еще на два удара, так ведь? Конечно. Ты, да, ты можешь на два удара, на дрелик, а сколько, на интер. А Канти, а сколько у этого жизни, вот, которого мы бьем? Два. Промазал, еще раз. Давай. Так. Давай, братюнь. Ну, да ё-моё, ты угораешь, а что ли? Этого, а после этого говоришь, что от меня толку ноль. Я, по крайней мере, в лаве не купаюсь. Да, он, по крайней мере, не тратит наши отхилки на себя. Так, ну чё, Жень, давай ты. Так. Я над... вот а исцеляющее уже... слово я не могу уже, да, Акантыч использовать? Я использовал, да? Еще один. А, вот могу, да? Она у тебя два, у тебя еще один. А, короче, исцеляющее слово на себя делаю. А сколько у тебя? 9. У тебя жизни? 9. А 9 осталось? Да. А как он тебя так пробил? Ну, у меня несколько раз дамажили все. А, конечно, отхиливайся, давай. Я кидаю исцеляющее слово на себя. Так. 8. 8, ну. Плюс сколько? Твое 1/4 хитов. 1/4 это 6.75 у меня. Это 6, значит 6. Меньше, да? 8 плюс 6, да? Да. И, наверное, вот сюда заходи 14, посохом по башке бьем. А не, да? Не посохом, а этим, как его, магией. А, так, 14, это плюс, у меня 9 было, значит... 23, да, у меня получается. Мне просто так интересно, что Макбиру будет следующая атака, нет, следует. 23. Теперь. А я могу отойти, а потом еще священное пламя. У нас Бакбир дейлик использовал, да? Да, да, да. Вот сюда ты можешь отойти и вот этого попробовать магией своей ударить. Вы можете... Подожди. Нет, я хочу так, чтобы я задел вас, потом поцелить. Ты дейлик можешь потратить, Жень. А я думаю, тратить дейлик и нет, потому что это вот самый... Тратить. Так это самый мелкий, ну ладно. Так вот смотри, ты вот так вот и всех атакуешь. Попадаешь все по три клетки. Угу. Вот. Так. Сейчас я точно не помню. Против реакции... Не реакции, у тебя немножко другая. Сейчас мы посмотрим описание вообще. А, ты хочешь, чтобы сюда подошел всех, и использовал, да, дейлик, да? Да, дейлик. А они... Во-первых, все полечатся 5. Да, а те ослабятся, да? Вот эти слабятся, то есть у них минус 2 к атакам будет. Ой, как хорошо. И? Так, это на целую сессию или на один ход? Нет, на все военное действие, это же дейлик. Да. Ой, как хорошо. Красивое, я надеюсь. И, ребята, предлагаю после этого в портал убегать.
Я имею в виду попробовать убить. Надо в деревню забегать. Короче, Женя мудрость, пиф воли, воли у них. Ё-моё, какой параметров-то надо знать. Так, 11-е. А, ну нормально. Давай, короче, бей. Использовать делик на, по 3 клеточки вас похилит, их, а, их все ослабит. Все лечатся на 5. Я же не шарикинул. Все лечатся на 5 автоматом. Так. А я что же не еще. А они автоматом лечатся, только уже, кидаешь против, по противникам. Да, да, я его опять. А, у вас у всех плюс 5 жизни, да? Да, уже автомат. Да, давай, теперь надо типа попадание. Напротив них это 20 плюс 4 у меня. Давай, кидай. Mm-hmm. Ну. И жбеньгна. Ну. Беньгна. А, что такое? 15. Mm-hmm. У них 11-е. У них 11-е. А, все, значит, они ослабились. Mm-hmm. Они, во-первых, ослабились. У них минус 2 к атаке. Плюс 2 к атаке и давай дамаг. Или дамага ты не наносишь? Нет, не наношу. Нет, он их ослабляет. Вообще хорошо, вообще. Я так охота мне вот эту доиграть. Женя, ты что, давай минут на 20 плюс... еще затянем. Не против. Женя. А? Плюс 5 китов ты отхиливаешь больше. До конца вот этого боя. Да, до конца сессии, то есть ты теперь отхиливаешь намного больше. А сейчас всем плюс 5, а себе тоже плюс 5? Да, себе да. тоже плюс 5, всем. Все, так, все, Женя походил, теперь я такой со своей стороны, я смотрю так, подхилились более-менее такие живые, хорошие такие. Я говорю, лучник, бей его! У тебя есть возможность ударить, бей, короче. Я даже отходить специально не буду. О, только не попал. 20, еще, давай, брат, давай. Ну. Ну нет. Просто за один ход 6 ударов, блин. И ни одного попадания. А после этого Денис говорит, что от меня толку ноль. А сейчас погоди, стой. Сейчас давай, у тебя сколько там? 6 хп, да? У нас реально нет. Мага не хватает, ребят, я вам серьезно. У меня 26 хп. Денис, ты сам, когда мы персонажа создавали, говорил, что нафиг чем маг нужен. Ходят элементали. Давай. Так что минус 2. Давай. Так, они... Подожди, а минус 2 ослабленный только. Ага. И, наконец-то, он... досягаемость 2 бьет... Сейчас он... Кидать кубик теперь будем. Ну что? Че это? Кого бить, в смысле? 2. Кого бить, да. Давай. Бьет Артура вот этот вот элементаль. Да ой, ну как, ой, как плохо, что он бьет Артура. Отшивчивается. Ага. Бьет на... против реакции. Так подожди, он сперва бьет Артура, а потом отшивчивается? Или нет, отшивчивается, сначала отшивчивается, у него дальность 2. А, у него дальность 2, ему пофигу. Да, и... Давай. Против реакции и 13. Сколько у тебя, Артур, реакция? 14. Еще минус 2 за то, что у них понижено все. Еще и минус 2. Не попал. Рефлекс... Не попал, тебе только... повезло только большое. Только у тебя рефлекс 13. А, пофигу, все равно не попал. Даже я это помню. Не попал. Но все равно не попал как... Да, то есть вот реально, вот Женя сейчас забожил просто свои я способности. Я такой хлыщ посередине посохом. Ну такая. Теперь ослабли все. Ага, давай, этот теперь. Так. Восстанавливает способность. 5. Восстановил. Ой, сейчас как удар будет. Бьет раз, два, три. А на восстановление его способности не идет? Что у него, он ослабленный? У него 2. Я так понял, у них 2 этих способности, не, а то, да? Что он ослабленный, не идет это? Не. И у него на попадание минуса. На только попадание, да. Понял. Так, у нас... я уже вас не вижу, так. Вот это Женя. Да, Женя. Он получается... лучник. Да, да, бьет Женю, лучника и меня. По часовой. Ой, как хорошо, что меня не бьет. Сейчас второй походит, что ты думаешь? Сейчас он тебя выкинет. Артуха, не надо, погоди. Не... Давай, кидай. Это второй ходит, бьет. Да. Уже второй. Первый, потому что походил, промазал. Давай, второй. Да. Так, поехали.
Ой, и как хорошо! И по кому вообще не попал? Вообще не попал, еще упал. Упал, валяется. Ха-ха, нормально. Теперь, это ребята, просто добивать их надо. Надо будет. Что-то вообще не погрузилось. А у меня тоже не погрузилось. А он нормально, он не попал. Получается 5-1-10. Вот, а, 15. По одному он только попал по лучнику. По лучнику? Снова перегружусь, ребята, подождите. Ну, получите там меня, я пока перезагружаюсь, а тут... Не-не, нормально, 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 ты там как бы этот... Все, а, получается, а, кинь на дамаг, а, Дениска. Давай, братюнька, ой, как хорошо ты кинул. Чё, дамаг? Один дамаг, внеси себе, Ром. Сейчас. Все, теперь Багбир, ходи. Да, Багбир, ходи. Смотрите, если я покажу вот так вот, он меня задамажит. Раз, два, три, четыре, пять. Смотри, как можешь, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот можешь походить. Окей. Угу. Давай, хорошо, ходи. Значит, вот так. Угу. И у меня сейчас будет идти ведь плюс два к атаке. Да. Давай, бей. На-на. И ну. Опять. Давай. 11, 17. Плюс два, два. 19. А у них... А, да, ты прав. У них, еще раз у них. Да, понятно. Давай дальше, паладин, твои действия. Мои действия, я тогда... Ну, у них делики отталкивающие кончились. Клерка лечи. Сколько у клерка? А клерка, сколько у него сейчас жизни? Жень, сколько у тебя? У меня полная, 27. Полная, его не надо лечить. Давай, заходи, бей лучше. Я сюда могу, да? Ну да, конечно. Да. Так и плюс два и бросаю. Ну и... Молодец! Да ё-моё, пипец вообще! 12! Это самое! Денис, вы, кажись, устали от игры уже. Да пипец! Так, ладно, все, поехали. Давай-ка, наверное, все-таки... Теперь лучник, Ром, ходи. Так. Где там все? Я сейчас попробую просто двигать. У вас видно передвижение? Да. То опять все это... Странно так. А где я тебя не вижу в этом? А вот я говорю, он меня выкидывает почему-то. Стал, да, у меня тоже так делается. Давайте тогда, наверное, закончим. Чтоб не мучиться. Ну, да, это начало лагать, ребята. Лагать, ну да. Давайте, ребятки, тогда закончим. Буквально продолжим. Сколько? На следующей неделе, скорее всего. Потому что дело серьезное. Надо проверить систему. Дениска 86-й у нас все запишет. Да, я все за... Да пипец, ё-моё. А кто перестанет выпендриваться? Да. Чубака. И ты нам дашь один уровень, да, Дениска? Да. За что же нам даст один уровень? Если вы... Мы подождите, старались. У вас была раз боевка, два боевка. От этого идет. Там вот этих убьете и получите опыт второй уровень. Сделаем таким образом, ребята. Сразу же на третий уровень смотрите себе способности, чтобы потом как только не было... А что я себе взял на третьем уровне, Дениса? Денис, который аккаунт еще... Давай ты нам авансом третий уровень, да? Нет. Нет. Вы сейчас поречитесь. Да. А-а-а. Ладно, ребятки, спасибо, что были с нами. Нам было очень приятно. До свидания, ребят. Жень. Да, всем спасибо, кто смотрел нас. Надеемся, вам было интересно. Мне, еще раз скажу, в D&D понравилась боевка очень. Она такая, знаете, многогранная, многоходовая, многокубиковая. Вот. В общем, интересно. Интересно воевать здесь. Вот. И надеемся, мы дальше будем продолжать, даже если кого-то убьют, ну, создадим еще персонажей каких-нибудь. Быстрее всех я ходил. Поэтому, ну, да. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Всем пока, ребят. С вами была Святая Инквизиция. Да, Пал. Ладно, всем пока. Обещаю, что к следующему разу все будет у меня быстрее. Лучник. Ром. Всем пока, а мы ушли подрисовывать 20 на кубиках. А, давайте, ребятки.